Аня Александровна, как у вас дела? Ну, вы, наверное, уже заметили. Ну, а как он на раскате, не вот так. Господин первый президент, я приветствую вас в Беларуси. Надеюсь, вы не будете разочарованы своим визитом. Вопросов много, есть о чем поговорить. Поэтому я также надеюсь, что наш разговор будет иметь хороший практический результат. Вы знаете ситуацию, в которой находится Беларусь. Это примерно та же ситуация, в которой находитесь и вы. Давление, оказываемое на наше государство, беспрецедентное, но вы уже научились в какой-то степени этому противостоять, и ваш опыт для нас весьма важен. Меня что постоянно удивляет, что в ходе вот этих масштабных акций за этот период Иран нисколько не снизил свой уровень развития, а наоборот значительно прибавил. Во время моего визита в Иран мы договорились с президентом, что мы обязательно выработаем тот план действий на обозримую перспективу и на многие годы вперед, чтобы наш товарооборот, наше сотрудничество в целом развивалось более успешно. Я не буду сейчас публично называть те вопросы, которые мы должны решить. Скажу в общем, самое важное и главное, исходя из опыта отношений с Ираном, исходя из многих лет сотрудничества с Ираном, я делаю вывод, что вашей и нашей бюрократии надо научиться очень оперативно работать. И если мы о чем-то договорились, это должно быть исполнено в срок. Самое главное для нас – это не санкции и давление, а время. И время – это потерять в результате бюрократических препонов ни в коем случае нельзя. Тем более, что обстановка в мире накаляется. Ближневосточный кризис способствует тому, что недружественные нам страны, Соединенные Штаты Америки и Запад, постоянно направляют острие этого конфликта против Ирана. Вы это чувствуете лучше. Наш ответ один – мы должны плотнее работать друг с другом, вместе сотрудничать, чтобы противостоять этим выпадам.